Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у Кента будет дуэль. Вы спросите, Кент и ПК, кто же против тебя? Возможно, подписчик, возможно, ютубер. Ребята, не тут-то было. Я играю против топ-игрока, это топ-1 игрок Блокстрайка. Ребята, я немножко в шоке, но сегодня буду сражаться против этого парня. У него ник Лонер. Ребята, думаю, что вы его знаете, но если вы его не знаете, то прямо сейчас вы увидите, как он играет. Потому что я с ним ни разу не играл, но мне сказали, что он играет очень, просто очень хорошо. Так. Ничего себе, неплохо, неплохое начало. Ты куда? Ой-ой-ой. Слушайте, как-то все было очень быстро. Вот знаете, что самое интересное в этом дуэли? Я думаю, что вы все понимаете, что я проиграю. Но мне интересно, с каким счетом я проиграю. То есть я проиграю как полный нуб, ну или я все-таки смогу хотя бы раз по нему попасть. Потому что, ребята, это очень сложный ПВП, то есть это не мухры-хухры. Если ты проиграешь, видео будет, спрашивает Лонер. Конечно, будет, братан. Да. Все напишу. Да. Ну как ни крути, топ-игрок, конечно, я проиграю. А хотя, может, не проиграю, посмотрим. Ну, а пока что я, ребята, второй раз подряд проигрываю. Вот я уверен, ребят, на 100%, что будут такие подписчики, которые напишут: «Кент АПК, я уверен, что я выиграю его, Кент АПК, я играю лучше, чем он!» Ребята, не тут-то было. Мне около 5 человек, то есть у меня есть конфа моих подписчиков в ВК. И мне около 5 человек написало в ВК, что это самый крутой игрок в Блокстрайке. Так что, ребята, не тут-то было, потому что с ним уже много людей участвовали в дуэли и все подряд проигрывали. Так, все, Кен, давай соберись. Так, все, ребята, игра по полной. Надо сосредоточиться. Так. Дратути. Да ты что такой дерзкий? Ну, блин, хоть раз я убью или нет сегодня? Или хоть когда-то убью? Так, ребят, счет вообще все плохо, я по нему ни разу не попал. Зато он меня убил! Снова выстрела. Ну вообще красавчик, просто 5 с плюсом. Я не понимаю, как так можно играть. Ох, да, конечно, я нуб. Не, ребят, смотрите, тут две стороны медали. С одной стороны медали я нуб, да, я согласен, я этого не отрицаю. А со второй стороны я играю против топ-игрока. И, ребята, он меня делает сухую! Ё-моё, мне прям стыдно стало. Так, все, давайте. Ну давай, вылезай. Или ты где? Ой, кажись, у него АВП. Вот я уверен. Смотрите, АВП. Да блин, оп, убил, ура! Ничего себе. Вот и да, знай наших, я просто поддавался, понятно? Все, ребят, Кент пока играет вовсю. Все, поддаваться больше не буду. Ну, надеюсь, вы поняли, что это шутка. Так, все, я взял в руки Дигл, иди ко мне. Мест будет сладкое, ух ты, как так быстро ты тут оказался. Вот это неждан, я такого не ожидал явно. 5-1, пипец. Ну, ребята, самое главное, что не в сухую хотя бы. ММ in the чо, Лонер. Ну, Лонер в своем репертуаре. Кстати, у него около 1500 подписчиков в ВК. То есть, я скажу так, что он довольно-таки популярный, хоть у него нет канала на Ютубе. Пипец, да хватит меня убивать, ну черт возьми, ну как так, как ты это делаешь? Ну просто красавчик. Знаете что, ребята, давайте так, если под этим видеороликом будет много лайков, если будет много хороших комментариев, то я, ребята, возьму у него интервью, и мы узнаем, как же он так классно играет. Ребята, только одна просьба, просто поставьте лайк. Если будут лайки, то знаете что будет? Будет продолжение, поэтому все, ребята, зависит только от вас. Я надеюсь на вашу поддержку. Да ну я ливаю, ну как? Как ты это делаешь? Не, молодой человек, я, конечно, все понимаю, но не хотели бы ли вы вступить в наш клан? Ребят, только представьте, если Макс Лонер будет участвовать в моем клане, в моих турнирах и так далее. Да все, ну вообще в одного вынесет всю команду. Ну парень играет очень хорошо, очень классно и очень неожиданно меня убивает. Я просто в шоке. Как? Как он это делает? 8-1, у меня еще есть небольшие шансы отыграться. Ладно, кого я обману, ничего нет у меня. Так, давай, Кентуха, соберись, братан. Да, давай, Кент. Брат! Ух! Да блин, я убью или нет? Пипец, 9-1. Ну просто красавчик, просто Лонер. Без комментариев, ты просто красавчик, классно играешь и так далее. Все, ребята, ждут вас лайки. И тогда вы узнаете, как так классно можно играть, потому что я возьму у него интервью, и мы вместе с вами поинтересуемся, что у него такие за беспалевные читы. Да ты куда меня с крамбита убил? Не, ну это вообще уже удар ниже пояса. Просто как девочку меня убиваешь.
Вот это уже было обидно. Эх, ну ладно, ребята, я проиграл, теперь давайте скрин. Слушайте, парень играет очень классно, поэтому я, ребята, жду от вас лайки, потому что не знаю, как вам, но мне лично очень интересно было бы с ним еще немножко попвпшиться. Поэтому жду, ребята, от вас просто лайки. Погнали, давай, давай, погнали. Так, я сейчас вот тоже наведу на тебя вот так. Все, ништяк, короче. Вроде картиночка на превью уже есть. Спасибо за игру, и тебе большое спасибо, мне было очень классно. Я тебя убью! Ай-яй-яй-яй! Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был ваш Кент ПК. Всем удачи и всем пока. Играйте так же хорошо, как Макс Лонер.